Здравствуйте, уважаемые блогеры. Ну вот я в своей бане. Первая сегодня топка такая пробная. Это не топка, просто мы ее сушим и, так сказать, суп. Если не пропадать, я решил тоже немножко у себя в бане. Ну, что-то не очень жарко. Минусов под 60, наверное, чуть под 70. Вот я в своей баньке. Сейчас это будет уже традиция. Где моя шапка? На жаренике еще не заготовил. Моя шапка. И вот я. Вот моя банька. Уже письку не видно было. Вот уже готово. Видите, все. И я в ней. Хорошо. Сейчас немножко разойдется. В принципе, ну неплохо. Только надо полностью немножко утеплить. Потому что сейчас летом тогда, к зиме. Надо будет утеплиться. А так все нормально. Но тут еще куча дела. Это просто такая. Сейчас сушим баню, чтобы не пропадал пар. Я немножко пары не сижу. Вот такие дела. Даже веника нет. Вот чем полынь положил. Вот для запаха, видите? Немножко. Ля-ля-ля-ля. Я в бане. Что там хоть написано у меня на шапке? Написано, запарю всех. О, это про меня. Всех запарю. Это видите? Все, в баньке. Жара. Все, спасибо.